Дорогие друзья, сегодня на календаре понедельник, 2 ноября. Чтобы начать эту неделю с улыбкой, нужно обязательно, во-первых, смотреть нашу программу каждый день с 7 до 9, ну а также слушать хорошую музыку. На прошлой неделе к нам в город приезжали ребята, хор российской армии. Они стали знамениты буквально за один день после того, как в эфире одного из федеральных каналов они перепели песню «Адель Skyfall». Ты слышал, ты видел? Я и слышал, и видел, и аплодировал стоя. Специально для нас с вами они спели еще одну известную композицию. Хорошего вам утра. Слушайте хор российской армии. Просыпайтесь вместе с нами. Спасибо огромное хору российской армии. Парни в зеленом прекрасно поют. Шикарное утро просто. Ну а сейчас прекрасные новости от наших коллег, от информационной службы телеканала ОТВ в эфире события.